лет назад начали строить дом на одолженные деньги. За все эти годы строительство движется слабо, долги растут, бизнес один разрушился, новый не может запуститься. Может, правильно продать дом и рассчитаться с долгами? Деньги дали друзья, продали нам свой участок, и они же настояли на строительстве, после растут только долги. Смотрите, то, что дали вам друзья вам участок и настояли на строительство, это манипуляции, потому что они хотели, чтобы вы им оплатили там что-то, а вы при этом залезли в долг. Это манипуляция раз и два. Второе. Деньги, полученные из будущего, в настоящем не зарабатываются, поэтому у вас ничего не получается. Именно третье. Вы начали жить не по средствам, то есть вам этот дом и это строительство не по средствам. И четвертое. Хотел бы вам сказать, что для вас правильным решением и единственно правильным это отдать этот дом или продать, или отдать его за свои долги и закончить это, переехать там, где вы там живете, и жить дальше, накапливая деньги до момента, когда вы сможете приобрести себе по вашим возможностям свое персональное жилье.